А скажите, ну вот вы как давно, вы сами с Ладыковым общались? Я знаю, как вот он выходит, но я за руки с ним заролся, я вижу, он постоянно, я говорю, здравствуйте, здравствуйте. Здоровается, да, все нормально? Да, вот, культурно, все, доброе утро, все. Я тоже, я постоянно, кто выходит, я постоянно... Ну так, беседы, вопросы какие-то нет, были? Нет, у меня таких компетентных вопросов нету. Таких... А замечания он какие-то, вот плохо чистит там? Нет, так... наоборот, отлично. Ну какие-то просьбы? А с вашей нет. стороны вы же там? Ну а что с моей стороны? Я исполняю свою работу. Это достаточно, достаточно. Mm. А то, что с их стороны, это он, я извини. Курить нельзя, что ли? Не-не-не, курите, курите. Вот вы говорили там что-то про это. А, у меня в прошлый раз не хватило 3 рубля. Я как-то вот утром у меня в портсигаре закончились сигареты. Ага. Я как-то беспонтанно, я его не знал. Я говорю, извините, пожалуйста, я говорю, он вышел, я говорю, доброе утро, доброе утро. Я говорю, мне 3 рубля не хватает на пачку сигарет. Он говорит, сейчас я. Он не пленился, машину завел, поднялся к себе наверх, и оттуда мне уже... А, у него наличности не было с собой? Да, у него, говорит, у меня карта, я говорю, сейчас дом у меня есть, сейчас я подумаюсь. А. Он взял, поднялся, дома не пленился. Сейф. Я не знаю, там сейф или там... Ладно, шучу. Я не думал, что сейчас я, говорит, вынесу. Ну, наличку держит дома, походу. Прям в руки дал. Ладно, спасибо, да. Еще раз.